«Дети о России». Стихи о любви к родине читают дети Еврейской автономной области. Проект реализуется благодаря медицинскому центру «Лекарь». Теперь, когда Россия наша своим путем идет одна, и, наконец, отчизна ваша к судьбам другим увлечена, теперь великий час разлуки, да будут русской речи звуки для вас залогом, что года пройдут и кончится вражда, что чужды немцу с колыбели через один короткий век сойдется с ним у той же цели, как с братом русский человек, что если нам теперь по праву проклятия гремят кругом, мы наш позор и нашу славу искупим славой и добром. Всему, чем ваша грудь согрета, всему сочувствуем и мы желаем мира, света, ни разрушения и ни тьмы.